Борьба с бедностью в регионе, увеличение рабочих мест и мощность экономики. Эти вопросы стали главными на встрече секретаря Общественной палаты Российской Федерации Валерия Фадеева с членами Общественной палаты Ульяновской области. Есть какие-то идеи у вас, привязанные к области, привязанные к Ульяновску, которые вы считаете важными? Мы с удовольствием все это выслушаем, потому что коммуникация для нас сейчас очень важна. Конечно же, не остался без внимания и актуальный вопрос о строительстве цементного завода компании «Конч». По словам Фадеева, в ближайшее время необходимо провести открытое заседание, куда будут приглашены все стороны, заинтересованные в этом процессе, а также федеральные эксперты. Если граждан беспокоит приближенность завода к их населенным пунктам, и все-таки у инвестора есть возможность отодвинуть этот завод, естественно, мы должны предлагать использовать эту возможность. На сегодняшний день, как отметили эксперты, важным является настроить диалог между обществом и властью, простым и понятным языком объяснить детали и последствия строительного процесса. И тогда, уверены общественные деятели, компромисс будет найден. Кристина Жакот, Руслан Баталов, Новости Ульяновской правды.